Тувинское региональное отделение Союза журналистов России первыми дали старт юбилейному году. Празднование столетия начали с вручения ветерану почетного знака Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом. Екатерина Танова вступила в Союз журналистов СССР в феврале 1962 года. Человек с интересной судьбой, которая большую часть своей жизни посвятила тувинской журналистике. Более того, она ветеран с самым большим на сегодня стажем в Союзе журналистов Тувы – 55 лет. Мы решили вперед всей России открыть 2018 год столетия Союза журналистов страны. Торжественное мероприятие провела заместитель председателя Союза и хранительница полиэтнической библиотеки Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева. Это ваш знак. Первой в республике международную пресс-карту нового образца, прибывшую из Брюсселя, штаб-квартиры Международной федерации журналистов, получила нынешний председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Кроме того, почетными грамотами Союза журналистов России были отмечены активисты регионального союза Лидия Иргит и Юлия Манчинол. Дипломом конкурса «Сибирь. Территория надежд» был удостоен Константин Куцевалов. Особая честь выпала и молодым членам, вступившим в этом году. Они получили свои билеты из рук ветеранов Тувы журналистики Екатерины Тановой и Каракуске Чоду. Членский билет Союза вручает наша башкы Екатерина Туктуголовна Танова. В честь столетнего юбилея Российского союза журналистов региональное отделение объявило конкурс «Агальматолитовое перо» по теме «Журналистика. Наша судьба». Мы журналисты, вы журналисты, много говорите, пишете, снимаете о событиях, о разных людях, происшествиях. А о себе говорить очень мало. И вот этот год, пусть он будет годом, когда журналисты смогут рассказать о друг друге, о ветеранах. Ну и в конце концов о себе в том числе и о нашем союзе, потому что это общественная организация, которая объединяет всех журналистов. Героями конкурсных работ станут те люди, которые затрагивают особые вопросы, приходят на помощь, но о которых меньше всего говорят – самих журналистах. Ведь журналист – это своеобразный проводник, доносящий собранную проверенную информацию до общества, а также человек, который своими работами не просто доносит свои мысли до сознания людей, но и заставляет их задуматься о существенности поднятой проблемы.